Всем привет, всех приветствую на канале, очередное видео. Заказывал я дополнительные запасные части для Кайфуна 4 с сайта GearBest. Вот, недавно получил, все времени не было снять маленький обзор. Значит, стоит он, на момент заказа, когда я заказывал, он стоил $1.49. Сейчас он немножко подорожал, но я думал, там... И цена часто играет, так что можете смотреть, подвернется под такую же цену. А на данный момент он стоит что-то около $2 с чем-то там. Ну, не особо большая разница. Так вот, в комплекте, значит, у нас, по-моему, 11 рингов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, 11 рингов. Я не считал в самом Кайфуне 4, сколько рингов установлено, но мне кажется, столько как раз таки. Ну, чтобы заменить любой, если он вдруг порвется там или еще что. Идет в комплекте вот эта знаменитая китайская отвертка, которую китайцы кладут во все свои наборы. Значит, два кремнезема с намотанной спиральку, ну, спиралькой, но их сразу откладываю в сторону, потому что как бы, ну, не вижу смысла использовать вот такое что-то в Кайфуне. Дальше, значит, пружинка, так, 4 винта для затяжки спирали, давайте отложим их тоже, вот, стойка, изоляторы, центральный пин, плюсовой, вот он, плюсовой пин, фокус. Значит, и шестигранный ключ, на фотографии его не было, но в комплекте он лежал. Значит, еще здесь лежит винт регулировки затяжки. И у него он сделан под шестигранник. Но тот шестигранник, который лежит в комплекте, он тут сюда не подходит. Он просто большой, то есть он маленький. Тут нужен на размер больше, я не знаю, еще штангеля нету под рукой, чтобы измерить. Ну, либо китайцы ошиблись, положили не тот ключик туда, либо я не знаю еще что. Ну, это не особо важно, я думаю, у любого парильщика будет такой ключик, наверное, где-то доваляться. Вот и все, что я хотел сказать. В принципе, это стоит недорого. Я думаю, у всех, кто пользуется Кайфуном 4, клоном, хорошо бы иметь в запасе вот такой доп-набор или пакет, я не знаю, как его назвать. В случае чего можно всегда использовать отсюда запчасти и починить свой Кайфун. На этом видео заканчивается. В принципе, больше говорить не о чем об этом пакете. Всем спасибо, всем удачи!